Воспитатели детских садов города рады прохождению конкурса профессионального мастерства. Ежегодно он проходит в нашем городе. О его старте было известно давно. И сегодня, 7 декабря, стартовал конкурс под названием «Педагогический звездопад». Воспитатели соревнуются в 4 этапах. Сюда входит написание эссе, занятия с детьми, мастер-класс и визитная карточка. И чтобы выиграть конкурс, нужно проявить себя не только с воспитательной стороны, но и с творческой. Критериев оценки воспитателей, конечно, очень много, но основной считается по праву умение провести занятия с детьми, занятия соответствующего возрасту детей, умение разнообразить деятельность на этом занятии, умение работать с современными средствами, при помощи которых эти занятия проводятся. И, конечно же, самое главное – это взаимодействие педагога со своими воспитанниками. Весь конкурс педагогического мастерства оценивают члены жюри, куда входят заместители, начальник образования, методисты, старшие воспитатели и председатели правкома. Именно от них зависит звание лучшего воспитателя города. Но не стоит забывать о педагогическом мастерстве самого воспитателя. Я проводила занятия во второй младшей группе, так как у меня тоже детки второй младшей группы. Прошел выпуск, и вот теперь все заново поднимаем. И здесь тоже очень было интересно провести с малышами. Волнение, конечно, всегда присутствует. Но так очень интересно, но я рада, что я принимаю участие в этом конкурсе. Позади 3 конкурса остался заключительная визитная карточка, которая состоится 9 декабря. И город узнает лучшего воспитателя. Стоит отметить, победитель конкурса будет представлять город Кумертау на республиканском уровне. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».